Полетели. Опять у меня какие-то сны хреновые, да? Ну полетели. По-моему, мы здесь уже третий раз. Четвертый. Живой типа стоит. Так, третий день светло. А, ну типа она спасла эту женщину. Даже если получится, она с тобой не пойдет. Я ее уговорю. Мы нарушили правила, Лев. Ее теперь не будет волновать. Нет, я. Почему не спишь? Да я меняла Яре повязки. Она быстро пришла в норму. Ну да. Шрамы крепкие. Я туда и обратно. О чем они спорят? Иди к черту, Яра! Я не мог бросить тебя! Лев не хочет уходить из Сиэтла. Оуэн пригласил их отправиться в Санта-Барбару. Это на него похоже. Я думала, ты отговорила его уходить. Вообще-то я пойду с ними. Но только без тебя. Что? Что? Он, может, и повелся на твою игру с детьми. А я нет. Да нет никакой игры. Лучший убийца шрамов внезапно подобрела. И Оуэн тут ни при чем. Да? Нет. Я не всегда поступала правильно. Ты дерьма кусок, Эбби! Всегда была. С меня хватит. Хочешь помочь этим детям? Исчезни из их жизни, пока ты ее и им не изгадила. Дуанна что-то знает. Черт. Эй, руки-базуки, че ты плачешь? Эбби. А. Да? Модный вид. Без руки. Эбби. Все хорошо? Как рука? Ну, лучше, чем была утром. Логично. Лев успокоится? Конечно. Да. Уверена? Поможешь мне его поискать? Он очень взвинчен. Мне его поискать. Он убежал туда. Да. Да иду я, иду. Иду.
Лев! Тигр! Лев! Вернись, тигр. Пожалуйста! Почему лев не хочет в Санта-Барбару? Он переживает за маму. Боится, что она пострадает из-за нас. И есть чего бояться? Ему сейчас о себе надо подумать. Просвистеть. А что же они могут сделать? Иногда родители наказывают за проступки их детей. Но наша мама очень набожная. Я думаю, ее не тронут. А есть варианты? Как ей помочь? Уйти она не согласится. Ее не убедить. Меня больше волнует, что она скажет ему. Лев! Лев! Тигр. Интересно, а это он видел? Он любит акул. Любит акул, но не любит океан? Он тебе в этом признался? Ты слышишь? Слышу, слышу. Лев! Тигр. Яра, не бойся. А! Не бойся, дай. Он хочет поиграть. Давай. Привет, милая. Давай. Что принесла? Она тебя не тронет. Так, смотри. А пожамкать тебе можно? Ну она давай. Хочет, чтобы ты опять ее кинула. Кажется, лучше не стоит. Она же не укусит, правда? Нет. Ну, только если за вторую твою руку. Которой так нет. Эй. Можно еще кинуть? Она нельзя. Будет только рада. Че в стену-то кидать? Зачем? Алло? Мне? Ладно, еще разок. Ава! Наебал! Да, такая быстрая. Ладно, пойдем. Че, набегалась? Надо идти искать дальше. Нормальный дест китяра здесь. Лев! Тигр. Что на него нашло? Думаешь, вашу маму точно не переубедить? Если она его увидит таким, своими руками придушит. Каким-таким-то? Он много тебе рассказал? Не особо. Достаточно, так ты не ври. Я слышала, ваши называли его Лили. Лили? Долгое время я не понимала, почему он критикует законы, традиции. Когда он объяснил мне, как он себя ощущает, я сказала, никому не рассказывай. Я надеялась, у него это пройдет. Какое-то время он держался.
но потом побрил голову, как делают мужчины. Это был приговор. Тогда вы избежали? Сперва я на него наорала. Ударила. Какая я дура. Ну, ты безрукая как бы сейчас. Уже не бывает. У меня есть идея. Ну, или бывает. Давай найдем ему подарок. Ой. Гифт-шоп, серьезно. Пошли. А, акулку какую-нибудь возьмем. Как думаешь, зачем он это сделал? Что? Ну, постригся на лысо. На прошлой неделе он получил назначение. Какое? Он хотел быть солдатом, как я. А его решили выдать замуж за одного из старейшин. Таков обычай. Бедняга. Где Санта-Барбара? Это в Калифорнии. Задница. А где Калифорния? Вот, смотри. Это Сиэтл, а это Санта-Барбара. А наш остров? В таком масштабе его не видно, но он здесь. Так далеко? Да. Хорошо. Мексико. Ладно, пойдем. Должно же тут было что-то остаться. Футболки. Не-а. Такое фуфло нам не нужно. Чуть тебе не нравится, можешь платье ему подарить. Давай ему платье подарим. Не, ну а чё? Конечно, с акулой, наверное, надо. Нет? Нельзя туда пока пройти, что? Ну, с акулой же. А, акулу надо. Может, это? Идеально. Футболка с акулой лучше. Мел не права, кстати. Что? Ты хорошая. Нет. Наверное, нет. Ты меня не знаешь. Нет, знаю. Да ничего ты меня не знаешь. Эбби, перестань воровать мои вещи, а? Извини, я не знала, что это все твое имущество. Ну, мой океанариум. Мои вещи. Да я шучу. Бери что угодно. Ты нет. Ты видел Лева? Лева? Да. Он был в том зале. Лево. Можно? Лево. На два слова. Я догоню. Хорошо. Она не поняла, что я шучу. Не лажу я с детьми. Да. Но вот ты им понравилась. Так ты едешь в Санта-Барбару, так? Нет. Не могу. Почему? Сам знаешь. Мы что-нибудь придумаем. Уже поздно. Нет, нет, не поздно. Я понимаю, что все охренеть как сложно. Понимаю. Но мы можем быть счастливы. Эбби. Имеем на это право. Ты слышал? Там этот... Лев! Куда вернись! Поплыл, блядь? Лев!
Куда это он? Он пошел за ней. За кем? За мамой. Эбби, она его убьет. Лодка готова? Еще нет. Сколько тебе нужно времени? Пара часов. Черт. Мы его опередим. Так. Возьмем катер на пристань. Эй, она еще не отошла. Я в норме. А как я одна его найду? Я с вами. Оуэн! Они хотят плыть на этот остров. Вот именно. Я не могу отпустить ее одну. Вообще-то можешь. Я хочу помочь. Да? Так останься здесь и почини лодку. Расставь приоритеты. Яра, пошли. Вот сейчас она так-то права. Оуэн. Вон там причал. Ты как? Нормально. Ладно. Я же помню, что... По-моему, здесь я же не в океанариуме убью Оуэна с его этой... Мальчишечной... Не мальчишечной, а бабёнкой. Ого. Я не хочу. Че, есть другой вариант? Опасненько. Че, без руки-то ловлю. Второй неудобно, да? Я справлюсь. Ой. Так, куда нам надо? Куда, да? Так, мы доберемся до твоей деревни целыми. Мы можем сюда? В неприметном месте на берегу. А оттуда мы пойдем трупами. Трупами? Трупами? Там вполне безопасно. Так считаешь, лев может передумать? Нет. Слишком упрямо. Он понимает, на что идет? Нет. Он сильно привязан. Он же мальчишка. Она его мама. Такое сделаем, это сделаем. А, погоди. О, пилюльки. Эх, хпшки. У меня 3 пилюльки. Как нам отсюда пройти к причалу? Кажется, нужно идти в обход. Пойдем. Все равно патронов нет. Нам сюда. Куда? Руку не намочи. Уже поздно. А какие-нибудь водяные твари существуют? О-о-о! Нам сюда нет? Тупик, мать ваша. К сожалению, нам не сюда. Эбби! А! Иди сюда! А, ну пойдем. Ей говорят, руку не намочи, а она, короче, прям по локоть. Давай я.
Ты как однорукий бандит просто. А, ну да. Вот так-то. Все, залезай. Ты как игровой автомат с одной рукой. И чё? Тебе сказали не намочить руку, которой у тебя нет. Лодки вон там, на той стороне. Нам просто надо подняться и обойти. Ладно, я поняла. Че, устала? Сама сможешь? Яра. Что-нибудь есть? В дорогу, так сказать. О, пилюльки. И записка какая-то. Тут какой-то вот пароль есть. Но мне кажется, первый это Сия, точно. Сия Лойс. Но к чему эта записка? А дальше куда? А, там лестница какая-то была. Погоди, а как однорукий бандит заберется? Крэб. Что ты на краба смотришь? Ты точно сможешь залезть? Оу. Побудь здесь. Я найду лодку и заберу тебя. Нет, я помогу. Не надо. Я сама. Ладно? Ладно. Пахивает пиздецом. Иди куда? Назад? Ну, в смысле... А, так перепрыгивай. Одна? Да. Да. Черт. Снайпер, меткий урод. Зачем ты здесь? За лодками. Сегодня вечером мы атакуем остров. Но тут вылез этот пендек. Я послал за подмогой. Помощь на подходе. Вроде. У меня патронов нет. Мне нужна лодка. Срочно. Зачем? Рассказывать некогда. Ну тогда... Поможешь мне с этим гадом? Давай. У меня патронов нет, дай патроны, мужик. Несуйся.
убил весь мой отряд. Ничего, он свое получит. Сраные чужаки. Какие чужаки? Взялись из ниоткуда пару дней назад. Атакуют нас без конца. Почему? Не знаю. Пойдем потихонечку. Он, наверное, там переходит, да? Чтобы знать, где он теперь. Но он на мосту был. Точно я помню. Чем я вообще думала? А. Сюда! Си. Стоп. Эбби! Ерунда! Мимо нас. Так. Нет, братишка. Да блядь. Так. Ну-ка давай успокоились и спокойненько пробегаем. Я пробегаю! Зараза! Не знаю, чем я думала. У него-то, я смотрю, патронов прям вообще навалом, да? Как ты попал в меня? Ты в порядке? Пошел ты. К сожалению, ты не попал, мужик. Черт, что теперь? Под тачкой что? Да всплыви! А я где? Чингарус. Улицу затопило. Я как вовремя присел. Ладно, просто. Что ты предлагаешь? А я не знаю. Побежали в тот гараж. Сойдет за укрытие. Я за тобой. Пошли. Тележка разваливается. Уходим! Успеем. Беги, беги! Нет, касатик. Это точно. Он в тебя даже не попал. Вот кто должен быть нашей целью, а не остров этот. Что, меня отменили? Он, может, прямо сейчас и идет. Черт. Это тут вообще всего дофига интересного. Аптечку сделать. Мэнни. Мэнни. Это Мэнни из ледникового периода. Он делает. Черт.
Он ведет их к нам. Готовься. Хорошо. Надо подняться к... Куда? Сюда. Какой вредный снайпер, а? Я пошла! Блять. Сам такой. В этот момент. У него там патронов вообще херова гора получается. Мимо. Я пошла. Он так и будет палить. Я знаю. Пошло у него все. Блядь. Патроны бесконечные, пристрелите ее. Надо дойти до моста, пока он не сбежал. Да. Не могу. У меня патронов ни на что нету уже, алло. Ты
его. Ну, сейчас, погоди, доберемся. Эбби, сюда! Воу-воу-воу-воу-воу. Куда? Сейчас сразу бам. И где он? Далеко он не мог уйти. Пригнись! Черт! Я походу знаю, кто это. Я бегу. Не расслабляйся! Черт, берегись! Бегнись! Попался, пендехо! Я знаю, кто это. Это брат Джоэла. Что просто? Ты его видишь? Обойди его! Вон он там! Иди в обход! О, тихо. Да. Вперед! Ну, я ж не буду сам себя, типа, брата убивать. Черт! Ему конец! Боюсь, что нет. Нет. Что? Он нас поджидает. Сюда. Притащишь этого гада к Айзеку, тебе все простят. Посмотрим, что от него в итоге останется. Мэнни. Ладно. Давай, раз, два, три. Давай, пошли. Жестко. Он уплыл. Черт. Это не важно. Нам нужно найти Лева. Пошли. Лева. Типа. Брат Джоэлос, но он не умер, насколько я знаю. Или умер.
Он же меня отвлек, когда я убил их. Беременную. За Элли. Куда? Пойдем. И че вам эти шрамы, это куда как бы не сидится-то на вашем острове, я понять не могу. Ну, это часть острова, они не ходят. Зассали, да? Смотри, вот слева. Надо его догнать. Ты знаешь, куда он идет? Домой. Потому что там мама. Далеко дом? На той стороне. А как же ваши? Мы пойдем в обход. Нас не увидят. Да ну. Псы точно должны напасть сегодня. Да, так. Мой друг мне сказал. Они атакуют под прикрытием бури. Ну, если Айзек не передумает. Ваш лидер, Айзек, чего он хочет? Положить конец войне. Но какой ценой? Теперь уже любой. Сюда. Сумеешь забраться? Так, быстрее всего. Так, быстрее всего, это в смысле с одной рукой? Или что? Друзей. Что ага. Ты поделаешь? Жаль ей, конечно, блядь. Что-то мне в это вообще не верится. Чем ты нам помогаешь? Лев меня тоже спрашивал. Я считаю, вы этого не заслужили. Но и мне самой это было нужно. Должна была. Ого. Это ваша деревня? Нет, это гавань. Наша будет дальше. Сигнал оповещения. Ваши бойцы прибыли. Весь остров поднят по тревоге, надо спешить. Чтоб тебя, Айзек. Срежем через лагерь лесорубов. Не отставай. Лагерь лесорубов? А солдат сколько? Воевать умеет половина из нас. А что вторая половина, когда придут наши? Кто-то спрячется. Большинство примет бой. Ну да, живут они здесь как просто Assassin's Creed Valhalla. А где все? Ушли сражаться. Доведет нас ее свет сквозь бурю. Если ты потерялся во тьме, ищи свет. Это откуда? Так говорил мой отец. Ну, это, в принципе, логично, как бы. Если ты потерялся в этом. Нам надо подняться туда. Пойдем. А, телегу надо подогнать, может. Все, хорошо.
Отвернись. Отведите их в убежище, скорей! Это плохо. Как нам тут пробраться? Ворота они заперли. Лесопилка. Большое здание справа, где факелы. Предлагаю. Где факелы? Да, там можно пройти. Отлично. Пошли. Закрыть ворота! Оцепить лагерь! Ой, я не командный тут. У меня нет стрел. Помни, лишь в страхе мы обретаем истинную силу. Мне бы стрелы бы, я бы его убил бы. Блин, трава кончилась. Ну раз это лучник, лучники 100% должны быть стрелы. Правильно? Не, надо его убрать. Он мне помешает. Стыкай уже быстрее. Стрел нет. А лежат? Но для этого нет. Только стрел нет. Ничего тихого просто нету. Как мне можно убить по стелсу, если я не смогу? Вот лежит лук. Вот он. Амон.
Иди ко мне. Громовик, правее. Иди ко мне, ну сходи ко мне. Обратно, блядь. Псина в деревне! Защищать лагерь! Ты поплатишься, Яра! Сзади! Сзади! Патроны есть? Есть огонь. Да дай ты, блядь, я пробегу! Как ты это сделал? Блять. Еще есть? Патронов вообще нет. Нормально такой молоточек. Как этот молоток сломался, алё? На нах. А теперь я тебя не вижу, да? Кто-нибудь их видит? Да? Рассредоточим, смотрим в оба. Выследим их. Все. Минус тёлка у вас. Да вы херовые лучники, алё. Левее! Чего? Да.
О, арбалетная стрела, блин. Наконец-то. Кажется, все. Да. О, ты цела? Нихера себе. А тут тоже разорвало, да? Да, руку оторвало, ничего себе. Жестко. О, это же болтики. О, это тоже болтики. Это болтики, все болтики. Кирпичик мы тоже возьмем, аптеку возьмем. Давай, нам сюда.